Стабильность в Армении важна для перемирия в Нагорном Карабахе. Турция внимательно следит за событиями в Ереване. Об этом, как передает канал 13, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг, комментируя ситуацию в Армении. «Мы договорились насчет Карабаха в рамках трех стран, и стабильность в этих странах очень важна для того, чтобы управлять процессом. Мы следим за событиями в Армении по сообщениям СМИ, а также стараемся получить по своим каналам более детальную информацию оттуда», — сказал Чавушоглу. Он также подчеркнул, что Турция расценивает события в Армении как попытку переворота и решительно осуждает ее. В Кремле также с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны, которая является важным и близким союзником Российской Федерации на Кавказе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.